the stars. Let me see what spring is like. Mommy! Was I just singing? Mommy! Whoa, whoa, whoa. Slow down, little one. I am not your mother. But, Mommy... Will you quit calling me Mummy? Oh. If there's two things... Вот так нас с детьми обращаться. Ей не нравятся две вещи в этом мире. Тараканы и плачущие девочки. Ребенки. Младенцы. Она сказала. Got to be a strong little one to survive in a place like this. What's your name, anyway? Cereza. Cereza? You're not from Vigrid, are you, little one? Where are you from? I'm from my house. Well, now, I'll hazard a guess this isn't your home. So what on earth are you doing here? My daddy told me to come here. And whereabouts is this daddy of yours? He was at work, but now I don't know where he's gone. I want to go home. I can't just drag you along wherever I go, little one. So you'd better not be getting attached to me. Yes, Mummy. Come now, little one. I'll help you out of here, but that's all. No! And you have to promise there'll be no crying. A single tear and you'll be crying alone. Got it? Okay, Mummy. В общем, эту девчонку зовут Цереза, и она посчитала, видимо, Байонету своей мамой. После чего Байонета сказала, мол, откуда ты и что здесь делаешь? И Цереза сказала то, что она пришла из дома, из своего... Ее прислал сюда папа, ее. В общем, Байонета пообещала вернуть эту девчонку домой. Она такая маленькая! Какого черта она такая маленькая? Я не понимаю. Ну, это забавно. Я когда первый раз играл, не ожидал такого поворота событий. То, что за мной будет какая-то сопля бегать. Ну и диалог, типа, если ты будешь плакать, ты будешь плакать в одиночестве. Тоже вполне забавное. Вау, чё её бьют-то? Какого хрена ты её бьёшь, тварь? Получи столбом по голове, ублюдок! А, у него ХП восстанавливается потихонечку, окей. Чего всем надо от меня? Нахер пошли? Вау. Оказывается, в ящиках есть здоровье. Я только сейчас об этом узнал, серьезно. О май факин гад! Нахер пошел, ублюдок! Надо его замедлять просто. Не бей девчонку, тварь! Вали давай отсюда! Какого хрена она не могла дальше двигаться? Да чё за... Руки убрал! О боже мой, да это простой же эпизод! Какого...
Чёрта, я не могу её пройти! Золотую медаль получил, окей. А ты вот этого не боишься, мелочь пузатая, то, что вокруг тебя пантера бегает? Смотрите на нее. Что происходит? Окей. Ладно, неважно. Не будем придуриваться. Застрял, да? Жри меньше, урод. Да, насилуй эту стену, насилуй. Тебе только стену и насиловать с такой-то физиономией. Тихо-тихо, ворона. Черный ворон. А, надо было здесь его ловить при помощи пантеры. Так, у меня же ничего нету, да? Есть. Не буду деньги тратить. Вау, с другой стороны вход. А я-то думаю, чё за хрень, куда идти? А, видимо, девчонка из Парадизу. Я не помню деталей сюжета. Don't worry. It's always scary the first time you see them. So, where was I? Oh, yes. Их как-то многовато. Но если она сейчас сама с ними разберется, то будет классно. Мне тема в Байонете вот это нравится. Знаете, она такая же, как Final Fantasy 13, которая во время битвы играет. Ты вроде сначала думаешь, что за говно, потом привыкаешь, и она начинает тебе нравиться, и все больше и больше. О боже мой. What the fuck? What the hell? Так, нужно зайти срочно в меню и скушать что-нибудь. Каменная награда гарантирована. И где они? Сосредоточимся на огненном. Будем его добивать. А, надо было не на нем заюзать, черт, надо было на другом. Ладно. Тактики битвы моей нету. Я согласен. Ну ладно, зато его быстро добил и красиво. И что это было? Ну и чё? Я уворачивался, вы это видели. Видал, да, сосун, тварь? Чё я умею? Да ты чё, охерел, что ли? Мне нравится завершать битву этим комбо. Ну не комбо, приемом. Оно крутое и классно выглядит. Посмотрите на нее. Куда ты бежишь так быстро? Я не могу так быстро! Я малявка! Черт, куда она потерялась?
А сейчас она быстрее бежит, мол, ой, я успеваю, у меня маленькие ножки. Интересно, сколько ей лет? Ну, сколько лет она выглядит? На 5? На 4 годика? Будем думать, что Байонета просто высокая, как шпала. Воу! Воу! И как мне... Что это было сейчас? О май факин гад! Как я сейчас мог облажаться-то так, а? Сейчас меня поимеют, у меня нету ничего с собой, чтобы подлечиться. Господи, тесака на тебя нет. Где божественный тесак? What the fuck? Я не думаю, что тебе стоит это делать. Хорошо, у меня есть возможность сделать большой... Большой леденец и, леденец и подлечиться. Естественно, после этого мне точно не гарантировано ничего. Ну, гарантирована каменная награда. Я его не вижу. What the fuck? Чё за херня была? А, типа все окей. Молодец! Только я тебя все равно поимею, тварь. Какого черта? Я думал, лучше большие комбо не юзать. Какие-нибудь поменьше. Кого она орёт? Авогадро, ладно, пойдет. А, опять собачка. Пёс, привет! Красавчик! Красавчик! Как ты мне нравишься! Красавчик просто! А, ты же только что раздета была. Fuck you! О нет! Такая траурная музыка была. Это было печально. Бронза. 2600. Серьезно. И я на нем потерял 2600 хп. Или это еще с учетом собачек? Опаньки. А, это был двойник. Окей. Ну вот, как мне на это реагировать было? Я вообще все собрал, все, что можно. Чего? Вы видели? Я уже прошел то место, на котором появляются лучи, они меня задели, да? Конечно, я мог их как-то обойти. Че за чушь? Дебилизм. Ты не той помадой красишься. Я тебя раскусил. Um,
Фабрика звезд в другом месте, может вы, я не знаю, разойдетесь? Окей! Я мог на это среагировать, да? Вали отсюда, у меня хп совсем нету. А, эти твари. О боже мой. Давайте представим, что этого не было, хорошо? Игрушка. Нет, Джо, это не игрушка, что это я? Твоя игрушка. Вали отсюда уже! У меня здоровья совсем не осталось. Еще тебя забивать не хватало. Еще от тебя подохнуть не хватило. Ну, короче, вы поняли, что я хотел сказать. Не хватало еще от тебя подохнуть, вот. И забивать тебя 3000 лет. Насрать. Абсолютно на это. О боже мой. Черт, мне еще одно сердечко надо, чтобы... чтобы получить улучшение, увеличение здоровья. Давайте на этом, пожалуйста, закончится эта миссия. Иначе меня поимеют сейчас. База военно-воздушных сил. Я тебе пипку отрублю сейчас. Черт, ему ничего нельзя сделать. Господи, столько этих книг, капец. Зачем они нужны вообще? О боже мой, по-моему, здесь будет какая-то жесть. А, там впереди лука стоит, лука. Лука? Или лука? Мами! Мами? You're a mom? You? Come now, Cheshire. Look at me. Do I look like I have any interest in children? Now making them? Well, that's another story. О боже мой. Я не буду переводить эту шутку, хорошо? Боже мой. Speaking of right, I'm glad I've been standing around waiting for you, because I knew we'd cross paths. See, the only way to reach the upper crust in their gated island of champagne wishes and caviar dreams is over Prominence Bridge. Oh, yes. The island. Lovely place, isn't it? Oh, now what? Don't play games with me. You've worked your magic on this poor defenseless child, haven't you? You're a sad, sick woman. You know that? I was her age when you killed my father. Wait. No. You couldn't. Oh my god, you did, didn't you? You killed her parents! Hmm. Come to think of it, she's better off with you. You two are more hassle than you're worth. What? Just keep a good eye on her, or you're going to catch hell for it. No good deed goes unpunished.
And you never know when a monster may sneak up. Mommy, look out! Короче говоря, она скинула Церезу луки и мол, сказала, с тобой ей будет лучше. Ну и с сарказмом и иронией ушла куда подальше. Ну а Байонет спросила, как она могла меня увидеть? Видимо, у Церезы есть кровь ведьмы, раз она видит Байонету в чистилище. Ну, каменная медаль, да? Награда. Эп! Серьезно? Серьезно? Для того, чтобы получить хотя бы бронзовую или серебряную награду, вы не должны ни использовать предметы, ни подыхать, ни получать димаг. Как минимум проходить все на серебро. Это как минимум. То есть, да, вообще нельзя никаких там помарок допускать. Вообще никаких. Хоть одна бронза, вы в заднице, если у вас нет чистой платиновой медали. Все. Если вы использовали 1-2 предмета, вы сразу получаете каменную награду. Я не знаю, это чистое задротство. Ну хотя бы здесь мне тоже не везет. Отстой. Господи. Надо не торопиться. Черт, опять мне на что не хватает. Да какого черта? Ай, мне на что не хватает, насрать. 1900 колец тоже хорошо. Наверное. Или нет? Нет, скорее всего нет. Сейчас будет босс, насколько я помню. Да, это босс.